В 2017 году ракетные войска стратегического назначения проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений. Они будут проводиться в сложной и напряженной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны. Пройдут учения и в Мариэл с участием Шкаралинского ракетного соединения. Очередной этап несения боевого дежурства ракетным полком на полевой позиции завершился на днях. Мобильные комплексы «Ярс» вернулись в свои ангары. Во время учений были отработаны вопросы маскировки подвижных комплексов, вывода подразделений из-под ударов условного противника, отработка марш-броска техники по пересеченной местности, развертывание ракетных комплексов на условной огневой позиции. Был совершен 70-километровый марш в пункт постоянной дислокации. Техника нового комплекса показала свои заложенные в них достаточно надежные тактико-технические характеристики. Дивизион прибыл в пункт постоянной дислокации, вернулся в свою родную гавань в полном составе. В дальнейшем сейчас приступаем к постановке в готовность и к дальнейшему внесению боевого дежурства уже в пункте постоянной дислокации. Главный козырь «Ярса» – мобильность, и ракетчики это преимущество используют по полной программе. Как правило, место дислокации комплексов меняется раз в несколько дней. Маршрут следования и новые точки базирования держатся в тайне. В ближайшие месяцы расчетам ракетных комплексов Ишкаралинской дивизии скучать не придется. В 2017 году продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности. Главный приоритет, который уже определен командованием – боевое дежурство.